Всем привет, меня зовут Иван Ерхов, и я незрячий блогер, который смотрит на мир своим сердцем. Сегодня с Таней мы отправляемся в путешествие. Нас пригласил Антон Хабаров на настоящей съемке кино, где я смогу погрузиться в давно забытую, но такую любимую дружескую актерскую атмосферу и прочувствовать, что такое участвовать в производстве настоящего фильма. А как это будет происходить, мы постараемся максимально подробно рассказать вам в нашем сюжете и показать бэкстейдж вообще съемочного процесса. Вам интересно? Тогда смотрите сюжет до конца. Тишина на площадке. Мотор. Один, один, два. Начали. Друзья, мы уже в актерской. Здесь происходит подготовка актеров перед разными сценами. Брюки. Тут все по-взрослому, поэтому мой канал, видимо, придется сделать настройки, что детям нельзя к просмотру это. Какой сервис, друзья мои, вы посмотрите. Санька будет делать. Да, я буду с вами. Да? Да, я буду с вами. Наша стенка актеру. Какое прекрасное место, кругом девушки, одевают, раздевают сами. Да, идите на грим. Вот эта штука странно пахнет. Ребят, я не знаю, чем меня мажут. Надеюсь, не клеем моментом. Нет, это клей, состав которого входит немножко смолы. Да, вот, кстати, похожий аромат. Колется как настоящий. А из чего эти усы делаются, если не секрет? Из какой-то бывалиной нитки делают. Но то это есть... радует, что это не из чьих-то усов делается. Нет. К сожалению, я не знаю, на кого я стал похож. Чувствую свои брутальные, серьезные усы. Хорошо, что у меня нет монолога. Что-то у меня губа так с трудом слушается. Ее приклеили знатно. Я уже джентльмен. Смотрите, как мне идут эти усы и этот костюм. В какие-то моменты можно подумать, что я даже родился не в ту эпоху. Ваня, рад тебя видеть. Ну что, друзья, смотрите, мы с Антоном на съемочной площадке. Антон только что отснялся, да. Меня загримировали. Скажите, как я вообще выгляжу? Подхожу ли я для 19-20 века, да? Начало 20-го. Ты... Тебе очень идут усы, что тебе помогаешь воспроизводить в жизни мои мечты, да. Желания. Нет ничего невозможного. Абсолютно. Две недели назад я был на вершине Эльбруса, а теперь я вот с Антоном снимаюсь в фильме. Но только что я могу тебя пригласить, а ты меня на Эльбрус не приглашаешь, потому что я не пойду. Здорово. Это Ваня, это Дима. Дима, да, очень приятно. Очень приятно. Здрасте. Смотрите, мы с Антоном в антикварной лавке. Да. Антон, у тебя есть усы? Нет. А ему сняли, вы представляете? Главным актером снимает усы на обед, вам. А нам, холопом, не снимает. Нечего. Ну ладно, ничего, зато я буду выбирать вот такую прекрасную мебель. Ну как, это получается локация, объект, где мы, да, будем, да, сниматься. Да. Вот, да. И, как сказал Антон, тут что-то даже произойдет, да. Но мы не знаем, что. Может, убьют кого-то здесь, может, кто-то выживет. Может быть, что тебе не сказали, что это ты играешь того, кого убьют. Это был сюрприз. Вышел, да. Я понял, это отместка за челлендж, он все никак не оклемается. В Шекспировском театре говорят, что преступник было очень много вообще в старом театре, или в античном. И те, кто приговорены были к смертной казни, их просто привозили, их грохали в спектакле и увозили. Да ладно. У нас был такой уровень, да. Жесть, да. Жесть. Это хуже, чем Колизей. Там хоть ножи давали, чтобы они могли защищаться. И вроде и зритель удовольствие получил, и казнь совершили. Ужас. То есть тут постоянно идут съемки? Здесь, да? Постоянно, да-да-да. Это владеет большая компания этим зданием, здесь постоянно идут съемки.
Это какое-то старое... Может быть, больница какая-нибудь старая или что-то... Я не знаю, что это такое, которое они выкупили и теперь переоборудовали под павильоны. Тут куча павильонов. Ага. То есть куча маленьких комнат. Обычно, знаешь, съемки происходят либо на заводе на каком-то. Ну да, да, да. А здесь да. Просто дом, большой дом, и который на него, они его поддерживают в хорошем состоянии. И в каждом, в каждой комнате у них какие-то другие комнаты. Сейчас это такие пустые болванки просто, да, с историческими обоями. Да, да, да. Вот. Если нужно что-то здесь снимать, вот здесь быстренько художники работают, что-то делают. Тут слева два зеркала огромных. Здесь часы. Большие часы. Это такой старинный антикварный, как будто зашел в антикварный магазин. Здесь да, сейчас дым. Да. Чувствуешь дым? Да, чувствуешь, что это такой дым, когда дают такое, знаешь, немножко ощущение, что это старое. Да. То есть это у тебя такой коридор получается, Саша, вы будете здесь, наверное, работать. То есть мы просто гуляем. Да, ну вы смотрите мир. Смотрим, там что-то. Да, смотрим, молча. Да, молча. Между собой мы можем? Мотор камеры, смотря как звукорежиссер скажет, потому что здесь чистый звук. Какая-то реплика, если нет, вам нужно будет просто губами типа. А команда, она сюда всегда приходит новая, получается, то есть, которая собрана под конкретный фильм, как я понимаю, да? Ну да, тем не нравится кино, это всегда новые люди, это всегда новые знакомства. Ты очень быстро умеешь сходиться с людьми, потому что твое профессиональное качество должно быть, понимаешь? Ну да, потому да, что да. Некогда расшаркиваться перед друг другом. Сразу познакомились, поехали работать. Сразу какие-то конфликты, они решаются здесь очень ярко, очень грубо. В кино не работают нежные люди, знаешь, такая фраза. Потому что и в кино не обижаются, тоже говорят. Потому что очень мало времени, иногда бывает, ну, там, как бы рявкнешь на кого-то, или тебя кто-то рявкнет, это воспринимается спокойно, какие-то рабочие такие отношения. Сейчас нас снимают около 60 человек за кадром. А за камерой стоят несколько десятков человек. Это огромное количество. Художники, да. Костюмеры, куча департаментов и там, прочее, прочее. Вообще график, он четко прописан. Да. То есть вроде Саша есть... сказала, что... снимается такая сцена, но есть отставание там полчаса. Да, есть отставание в полчаса, это отставание тело тяжелое, которое нужно необходимо нагнать, за это человек второй режиссер. А из-за чего происходит отставание? Отставание происходит из-за того, что добираешь кадров или не успеваешь что-то снять, или в чем-то заменка, кто-то забыл текст, или наоборот, какой-то цех, то ли этот цех задержал, то этот цех задержал. То есть какая-то пробка с утра, актер чуть опоздал, чуть-чуть завинулся грим, отключился свет, куча всяких накладок. Потому что очень много, да, очень много людей снимают кино. Друзья, мы подготовили прекрасную даму, с которой я буду дефилировать, выбирать мебель. Саш, как вообще у тебя ощущения от такой одежды необычной? Она давит немножечко иногда. Можете посмотреть за то, насколько она элегантна, красивая, натянута. Тебе в какой эпохе больше нравится? Вот современной, когда ты можешь одеть джинсы, там, не знаю, по современным или вот что-то такое необычное? Ну, мне нравится эстетика того времени. А так мне не важно. Мне главное, чтобы тема была интересная. А какое время, мне вообще не принципиально. Но если вот по визуальной составляющей, то мне нравится, конечно, это время. Угу. Ботинки похожи на ботинки, брюки на брюки, жилет на жилет. Ну, качество вещей, оно, конечно, совершенно другое, да, да, нежели да. Сейчас. Мужчина выглядит как мужчина, а девушка как девушка. Отдельная гримерка или это, или ты так же со всеми? Нет, здесь вот мы сидим в моей комнате. У меня вагона нет, потому что тут осталось два сегодняшних дня, и мне в принципе не нужен. Mm-hmm. Вот и так, ну да, у меня свой вагон, чтобы я мог отдохнуть, потому что у меня, ну, как тебе показать, сколько у меня сегодня текста. Вот и... текст, который на сегодня тебе. Смотрите, смотрите, чего стоит этот актерский труд. А вы думаете, что актерам из знаменитости быть просто? Когда человек попадает на площадку в кино, они очень удивлены, что это настолько тяжелая работа. Это правда. То есть, ну, ты сегодня это поймешь, потому что это очень длительное ожидание, нельзя перегореть. Это очень... Перегореть легко, это да, я знаю. Да, это вообще, это самое ужасное. У тебя идет эмоциональный подъем. А ты не можешь долго находиться в нем. Это как вот у спортсмена. Ты не можешь на пике, вот на своем топе держаться долго. Абсолютно. И у тебя потом идет спад эмоциональный. И ты уже вроде как ты готов, все идеально было, но ты уже не можешь выдать тот результат, на который ты рассчитывал. Наша профессия очень похожа на хоккей.
не на футбол, а на хоккей. Хоккей — это тоже. Ты сидишь на скамейке, у тебя есть 3 минуты выйти, впрыгнуть свою в пятерку, она и по 3 минуты играет, не больше. Забить гол и дать результативную передачу, опять сесть, опять успокоиться. Вот эта вот нервная система, она очень-очень важна. А это так называемый кинокорм, как сказал Антон Хабаров. Я не успел поработать, уже отдыхаю. Вот она, славная актерская жизнь. На самом деле пахнет очень вкусно, ароматно. Я уверен, что у меня вкуснее, чем у Антона. Да, жди. Даже не мечтай. Мисс Райдер. Знаешь, такая штука Райдер? Да. Я даже знаю, что некоторые актеры себе спиртные напитки прописывают. Это обывательское представление об артистах. Нет, не бывает. Нет, в смысле, ну, есть. Кто? Да есть. Ну кто, Вань? Ну типа вечером, когда я знаю. Вечером может быть. Это все минуты, да? Едет, просто обед будет вводный, сейчас перенесли. Так что, Антошенька, Райдер — это мой сегодня. Я понял, дождусь, что делать. Хрен накормишь, беда. Тебя скоро режиссеры перестанут звать в кино, потому что тебя накормить невозможно. Ты что, я вообще самый некапризный артист. Слушай, а что делать, если ты визуально себе не нравишься в кадре, вот в какой-то роли? Ты же не можешь отказаться, вот ты снимаешься. Ну вот тебя сделали каким-нибудь там узником Освенцима. Не, ну это прекрасно вообще. Наоборот, это за счастье почти, если такую роль предлагают тебе. Ну ты же там не будешь красивым. Так нет цели-то быть красивым. Нет. Да, да. Жизнь налаживается, да. Быстро вообще текст пишешь? Ну, за 1:30, наверное, вот это вот я выучил. Даже, понимаешь, выучить его, на самом деле, это полбеды, его можно было. Я его учу еще и разбираю, сложнее разобрать, и, значит, сложнее сделать его живым. Актер же не просто так учат, а я всегда учил не вот так вот, сидя у листочка, а учил ногами. Ну, я думаю, тебе понятно, ну, да, термин, когда ты играешь, да. То есть ты, делая определенные вещи, ты быстрее запоминаешь, потому что работает ассоциативная память. Все правильно. Вот. Ты также учишь ногами, также думаешь, как это сыграть, что здесь придумывать, а здесь неинтересно написано, надо как-то оживить и куча. И так запоминаешь. А потом был такой, что ты прям на сцене не забыл текст? Никогда не был. Не было? Никогда. За все сколько лет? 23 года в профессии. То есть и выпадание фразы не было? Никогда. Ты быстро учишь роли и быстро их выкидываешь из головы. Да если бы. Я помню свой текст с дипломных спектаклей. Не только свои, но и своих коллег. Тебе точно помнится. Понимаешь? Или ты что, все хочешь сказать? Я все почти помню, да. Я не знаю, зачем мне это, но я помню почти все. Это ужасно, потому что мне это уже не нужно. А ты адаптировать можешь текст под себя? Вот, кстати, да, интересно. Да. Иногда бывает так написано, что люди так не разговаривают. Да. Мы сегодня с Димой с утра придумали сцену по-другому, раз, и по-другому сыграли совершенно. Было дело? Да. Было дело. Поняли, что надо там сделать, добавить это, добавить это. Кошель, что ты мне... Кошель, ты чего? Да. Тошнит меня от волн, вот что. Стоп. Потрясающий парень. А я тебе не напишу, что там. И мне некогда тут всякой наукой мозги зать. Пусть лошади думают, у них головы большие. Это хорошо, когда хорошие отношения. Актеры все равно люди амбициозные, люди дистанцирующиеся. Ты можешь предложить своему партнеру там сыграть как-нибудь сцену по-другому, он может вообще ему не понравиться. Ты с ним не сыграешь, потому что у нас своя роль, у тебя своя роль. В театре, в кино более независимые люди, чем в театре. В кино каждый на своем контракте, каждый на своем договоре. Но каждый такой обособлен. Большой дружбы в кино особо не случается. Бывает, но просто не успеваешь. А вот ты говоришь, что в театре жестче. Я вот, когда прихожу в театр, я всегда замечаю импровизацию актерскую. То есть то, что они добавляют от себя. И этого достаточно много во всех театрах, даже самых больших и известных. То есть особенно, когда актер известный, он себе даже больше позволяет в этом. Ну, я считаю, что это признак плохого артиста. Хочешь так? Ну, то есть, если это не вынужденная и необходимая импровизация, если это не комедия дель арте, как, знаешь, раньше, это же тоже там много
Но актер должен выкрутиться, если вы... Если, да, если он выкручивается, то, конечно, безусловно. А если это Чехов или Островский, или Достоевский, где и так написано точно, а я понимаю, что артист еще пытается, знаешь, добавить немножко от себя, чтобы усилить какие-то эмоции, знаешь, говорит, я люблю тебя, понимаешь, 5 раз, хотя написана одна фраза, я тебя люблю. Вот ей надо подойти к ней и сказать так, чтобы это было мощно и интересно. А если он добавляет еще кучу своих слов, то это, наоборот, признак того, что он... Ну да, сама по импровизации интересно. Чеховских настроил. Мелочи жизни. Ты чувствуешь вообще, как ты развиваешься по мере того, как ты становишься старше? Потому что в любом случае ты даже с возрастом играешь по-разному. Конечно. То есть, когда ты молодой юноша, горячий, темпераментный, там, ты хочешь вот показать себя, доказать там, и когда ты уже более-менее состоявшийся актер, тебе уже вроде как не надо ничего доказывать. Но это и сложнее. Ты знаешь историю про Ильинского? Такой великий артист был Ильинский. Вот. И про молодого артиста. Они сидят за кулисами и волнуются. Оба волнуются. И этот молодой артист смотрит на Ильинского и говорит, ну, чего вы волнуетесь-то? Вы же Ильинский, она Ильинский. Ну, признан и любим был уже всем. Он говорит, что он Ильинский ему сказал, я поэтому и волнуюсь, потому что я Ильинский. Понимаешь, а тебе-то чего волноваться молодому артисту? Ну, провалишься, понимаешь. А если я провалюсь, вот где будет. Понимаешь, песня. Да. А что тебе, Антон, больше всего нравится в съемочном процессе? Процесс творчества, создание человека, которого я играю, создание персонажа, достижение каких-то своих высот. То есть даже, может, зрители их не замечают, но там какой-то кусочек сыграют так, как никто, например, вот как я до этого не играл. Мне интереснее процесс, чем результат. Ну, потом на себя смотреть не очень всегда со стороны как-то. Ну, я же спокойно к этому отношусь. Но ты всегда, когда себя видишь со стороны, ты сразу же находишь косяки. Безусловно, да. Потому что не зритель вообще считывает что-то другое. А вот ты мне скажи, вот за твои впечатления, вот ты не первый раз на площадке тогда. Я тогда видел. Баргарелла. Когда был на площадке, видел. А сейчас как у тебя? Это даже интересно. Слушай, ну, во-первых, мне приятно снова оказаться вот в таком большом актерском производстве, да. Готовятся фильмы, то есть идут съемки, все по-серьезному, по-взрослому. Да. То есть тоже есть небольшое волнение, переживание. Понятное дело, конечно, там, что я там просто пройдусь. Нифига все. Волнение все равно есть. Я тебе говорил, что я. Какие-то годы своей жизни, думал, что я буду именно актером, но жизнь потом сложилась по-другому. Ну, интересы поговорим. Но, может быть, с таком амплуа я даже дам этому миру больше жизни. В актере так довольно. Это очень интересно. Я бы еще 150 вопросов задала. Все, до свидания, Иван. Как я тебе и говорил. Потом. Понял. Вы от конторки подходите, от конторки. Более общий план, Берегорье, более общий. Может, если не снимать, как бы я потом сам не снимаю. Сашка, тебе придет. Давайте, пошли. Поехали. Ага. Доставили телеграмму. Понимаю, какое-то имеет к нам отношение. Я тоже был нормально. Подлого сословия, люд. И мне некогда всякой науке тут мозги забивать. Давай, он не знает. Не создай. Правительство вы возьмите. И моя задача Гемельников, Шниферов и Конокрадов ловить. Вокруг нас подлого сословия люд. И мне некогда всякой наукой мозги забивать. Убивайте.
Антон, я вот сегодня провел целый день с тобой, потому что я ждал, пока у тебя закончатся съемки, и будет хоть какой-то перерыв. Ну, еще перерывчик, и но еще... Но это только начало. Да, еще у меня часа 4 съемок. Скажи, как ты умудряешься себя поддерживать в тонусе в таких интенсивных нагрузках? Ну, во-первых, мне нравится, чем я занимаюсь. Мне кажется, это основной мой источник энергии идет. У меня нет ощущения, что я приезжаю на работу. У меня еще ощущение, что я занимаюсь любимым делом, получаю еще за это деньги. Да, представляете, а еще я сегодня получил первый актерский... Не смешно ли? Придерживаюсь усы. Подошел к Блохину, взял шоколад специально. Первый гонорар. А, он, значит, так же делает, как я, да, бургеры с пивом. Оба надо издеваетесь. Просто Антоха бросил... Сладкое. Кушать. Нельзя, я вам объяснял 50 раз. Ты берешь бургеры, а ты вообще... Он кушает какие-то мировые, по 8 штук. Торты, которые сделаны, простите меня, из миндальной муки, со всякими чиа, фиа и так далее. В общем, все несъедобное, но при этом ему нравится называть это десертом. Да. Он не то, что мы нормальные пацаны. Потому что и не поправился. Правда? Антон, спасибо, что ты мне подарил этот день. Спасибо всем ребятам, что были рядом сегодня. Подарили такую вот сказку и атмосферу. Я с тобой здоровался, я с тобой попрощаюсь тоже. Настоящая актерская магия. Спасибо огромное. Не отходит одну хорошую часть. Не отдергивай, пожалуйста. Я боюсь. Я боюсь, сейчас больно. Аккуратненько. Все? Так ты что мне не сказал, что так можно было сделать? Я специально это делал. Антон, а ты скажи вообще, как получилось? Как я в кадре-то смотрелся? Ох, ты смотрелся очень круто. Ты сам придумал, что садишься на мебель, все. Ты сам придумал? Ну да, Саша меня подвела, я присел. Это было очень круто вообще. Так звучит. Ты притворяешься. Мы уже все поняли, что ты притворяешься. Как ты думаешь, возможно быть актером слепую? Я не думал, что ты, ну как бы, не думал, что это можно сделать так. Я когда говорил, что ты садишься, что-то там пробуешь, подошел к зеркалу. Я тебе сказал, что это зеркало, что ты подошел к зеркалу, поправился, сел, потом еще раз сел, что-то там баба долго на 4 минуты ты распределился. Это... Мне, кстати, обещали дать трость. Тебе заплатили? Тростик заплатили. Сколько заплатили? Не знаю. Я не видел. Нет, Вань, ну ты еще один подвиг совершил. Слепой не только на Эльбрус собрался, но еще и играл. Короче, осталось тебе еще в театре сыграть. Ну ладно. Ты это правда было очень здорово. Мне льстишь. Я тебя не льщу, я все запротоколирую. Бывший играющий актер, поэтому я сегодня я немножко покривлялся, там походил, и все. Это была пантомима. Это было хорошо, правда. Ну, хотя, как скажи, вот ты волновался, когда мотор камер, вот что у тебя, какие у тебя чувства? А, чувства у меня были приятные, мне было кайфово снова погрузиться в эту атмосферу. Атмосферу такого единого организма. Ты волновался или нет? Я не знаю. Я не могу просто сказать, что я вот волнуюсь. Вот у меня есть такое нетерпение какое-то внутреннее, такое желание. Может быть, адреналин вырабатывается. Я не могу сказать, что это волнение. Это магия, это действительно то, от чего можно получать удовольствие. Я, правда, терпеть не могу, 100 дублей делать. Вот. А сколько было дублей? Раздражительно. Нет, тут было не так много, кстати. Всего 3 было. Ты везде все делал одинаково? Почти. А я знаешь, что сделаю? Я сейчас поеду на такси в бар, возьму себе бургер. Может, ты светлого. Раздевайся, возьми бургер. Отмечу свой первый гонорар актерский. Так что пока-пока. Пока.